друзья, сделаем еще небольшую велопрогулку, и сейчас мы находимся у монумента, который поставлен в честь посещения Австралии. Именно здесь высадился первый корабль. Сегодня у нас замечательный день, место называется Botany Bay, и решил немножко в округе поснимать. В общем, посмотрите сами. Этот залив Botany Bay — это первое, что вы увидите, когда будете приземляться в Сиднее. Вот видите, самолет взлетает. Именно там находится наш аэропорт. Вот с той стороны будет International Terminal, а вон там будет подальше, с той стороны там будет Domestic, то есть для местных перелетов. День сегодня относительно прохладный, что-то у нас погода переменилась, но вода еще теплая, народ купается. Вот, ребят, видите, как красиво у нас. Ну, вот, собственно, и сам памятник, который сделан в виде парусов, даже поименно, кто сюда приплыл на этих кораблях. И именно в этом месте, насколько я слышал, если эта история правдива, была первая смерть европейца от укуса австралийской змеи. Это место было более лесистое, когда сюда высаживались первые поселенцы, и укусил Редбелли кого-то. Вполне возможно, все эти имена восстановлены по судовым журналам. О, видали, какая пушка? Она неправильно стоит. Ее надо направить вот в ту сторону. Вон туда. Вон там он сити. Плохо видно, заросло все. 10 лет назад здесь, с этого места, можно было увидеть башни самого Сиднея. Видите, ребят, народ отдыхает. Сидит, наслаждается выходным днем. Завтра у нас еще один выходной, понедельник, Anzac Day. Народ на великах катается. Вот за это, собственно, мы и любим Австралию. А вот как выглядело это место, когда корабли английского флота впервые приплыли к австралийским берегам. Как было и как стало. Цивилизация. О, ребят, какая красота. Народ отдыхает, кайфует. Чтобы я так жил в таких домиках. Видите, ребят, как у нас сегодня красиво. А вот этот вот мост, он ведет из Сиднея в сторону Валангонга. Здесь у нас еще одна лодочная станция. Кстати, под мостом, вот отсюда, наверное, не видно, вот как на причале, и под мостом очень много рыбаков. Рыбачат они здесь. Ну вот, ребят, собственно, такая вот у нас получилась велосипедная прогулка. Мы проехали половину. Почему половину? Потому что нам теперь надо будет возвращаться обратно. Трек велосипедный есть еще дальше, но он не такой красивый. Он уходит в улицы и, собственно, уже не вдоль побережья. Вот, надеюсь, это видео вам, ребят, понравилось. Если так, то ставьте лайки, обязательно оставляйте ваши комментарии, спрашивайте, если что, интересно. А также задавайте вопросы, которые могут послужить к созданию следующих видео. Надеюсь, эта экскурсия вам понравилась, короткая экскурсия. Вы всегда можете залезть на карты Гугла, ссылку я добавлю в описании внизу, и сможете посмотреть весь этот трек, виртуально проехаться на автомобиле, потому что дорога действительно очень красивая. Ну вот, надеюсь, я смог передать вам такую частичку теплого австралийского дня, такую хорошее настроение австралийской осени. И до скорых встреч, ребят! Всего вам самого наилучшего! Пока!